Так, итак, рум-тур, ванная, тут же гардеробная. Надо снять, пока еще не полностью бардак. И вот этот вид, потом сниму его отдельно, это просто фантастика. Это наш вечный путешественник, он всегда с нами. Здесь будут жить мама с папой. Очень красивый дизайн. Я люблю очень камень. Все так естественно, как естественный среде дерева. Тут наши 40-ножки. Не так, кстати, много взяли обуви. Вот, дальше. Мне очень нравятся интерьерные эти картины. Это комната мальчишек. Вот, Вань, ты будешь спать на этой кровати, Вань. Видишь, тут бортик защитный поставили. А вот здесь вот детский набор нам принесли. Гель, шампунь, лосьон. Вот, классно как. Ну, и рядышком комната няни, что очень нравится мне. У нее отдельно, все отдельно. Боже мой, я так это люблю. Когда мои дети спят в комнате без всех. Спускаемся вниз. И пока еще все в приличном виде, мы с Мишей хотим вам показать просто то, от чего взабу дыхание у нас сперло. Так, внизу мы входим в зону гостиной. Здесь тоже вот красивый санузел, красивыми картинами. Они тут просто везде. А здесь просто сумасшедшая, невероятной красоты гостиная. Только посмотрите, какие картины. Диванчик, зона отдыха. И мы с Мишей. Телек. Все, Ваня, ты как думаешь, Тёме не больно? Да, мне не больно. Вань, давай, продолжай. Октябрь! Вон октябрь! Отпускай! Вань, ну что, мы едем с тобой на джетске? Ты не боишься? Нет. Окей, ready? Я-то боюсь. Они нет. Короче, это просто офигеть. Такой красивый вид. Мой восторг в восторге. Просто. Да.
выключить. Смотри, масло. Салфетки в кафе, мы счастливы оба и чуть-чуть под шафе. Теплый вечер, прогулка, тихий парк, наши сердца бьются в такт. Бежим под дождем под громкий смех, я смотрю на тебя, ты прекраснее всех. Моя нежность тебе не знает границ. Я нашел тебя из тысячи лиц.